Всем привет, дорогие друзья! Подъехал я к фронтовому водохранилищу, которое находится рядом с одноименным селом. Посмотрите, слава героям 41-45 года вот на плотине. Попробую сейчас туда подальше пройти, посмотреть. Меня много спрашивали показать фронтовое водохранилище. Вот такой здесь комплекс. Одно из самых больших наливных водохранилищ. Объем 35 миллионов кубов его. А над уровнем моря совсем невысоко, 36 метров всего. Ну и огромная территория, площадь, зеркало воды проектная. 6,5 квадратных километров, представляете? Больше только межгорное водохранилище, там 50 миллионов проектный объем. А здесь 35. Ну вот сейчас иду к плотине. Посмотрите, как здесь все сделано. Деревья высажены, красиво все. Ну, остальные данные, наверное, в полете посмотрим с вами. Это вот одно из трех водохранилищ, которые работают в связке. Фронтовое, Зеленоярское и Керченское водохранилище. Собственно, Феодосийское и предназначено для снабжения водой города-героя Керчи и Феодосийской курортной зоны. То есть Феодосия, Судак, Коктебель и другие города. Вот здесь даже видите, какие сливы сделаны. Все это было построено в советские времена. Посмотрите, какая красота. Чистенько все. И вот она плотина, собственно говоря, сама. Дорожка, асфальт, и гляньте, все побелено. И вот фронтовое водохранилище. Конечно, видок неприглядный. Совсем мало воды здесь. Но я надеюсь, все... что его скоро начнут заполнять. Мы вот с вами видели Керченское водохранилище, его уже заполняют. И сюда по планам заполнить его около 30 миллионов. А 30 миллионов это почти в проектную отметку. Проектная 35. В 78 году построили это водохранилище. Гляньте, как здесь все классно сделано. Дорожки, покрашено все. Вон водонапорная башня. Ну, там узел управления сверху находится. Ну, и вот так вот выглядит водохранилище. Я помню, здесь тоже был года полтора назад. Может, два. Очень много здесь было всякой живности. Цапли, аист, вода. Видите, где стоит. Раньше рыбы, говорят, здесь много было. Вот кто владеет информацией, напишите, просто интересно. Ну, вот такая здесь ситуация. Сейчас еще поднимемся, пролетим немножко. И посмотрим, вот смотрите, вот тут, вот там написано воинам Великой Отечественной войны слава, героям 1941-45. Хочу к башне подойти, посмотрите, какой пейзаж. В чаше водохранилища стадо коров. Вот это да. Да, вода такого желтого цвета, ее здесь совсем немножко. Ну, сколько вот. Насосная станция фронтовая, кстати, была восстановлена только в 2014 году. А до этого 20 лет бездействовала. Не работала, представляете? И сейчас вот, я думаю, что нужно будет, конечно, ее...
ремонтировать, если она вот нуждается в этом. Потому что все-таки скоро начнется заполнение фронтового водохранилища. В отличие от межгорного водохранилища, где гидроизоляция не очень хорошая, и вода очень здорово там уходила. Инфильтрация была бешеная, там до 50%. То вот это водохранилище, представляете, 35 миллионов кубов можно здесь сохранить. Это море. Посмотрите, вот мы сейчас идем с вами по плотине. Гляньте, здесь какая красота. Вроде и не работает водохранилище, а смотрите, ступенечки, плиточкой выложено. Цветочки растут. Вот это да. Здесь тоже такой переток. Плотина. И вот даже чаши вот эти остались с советских времен. Меня всегда умиляло вот такие. Гляньте, как классно. Вот такие вазончики. Сейчас, конечно, таких нет. Посмотрите, прям из мозаики сделаны. Это все вот туйки растут. Сколько цветов. Офигеть. Какая красота. Я здесь, если честно, первый раз, как говорится, по роду службы мы с вами сюда забрели. А вот, посмотрите. Казалось бы, какое-то водохранилище, да? А все равно вот в те времена тетенька сидит и смотрит куда-то вдаль на водохранилище. Вот, видите, вот это да. Офигеть. Представляете? Это ведь надо было заморачиваться. Вот если взять, вот оно водохранилище. Вот она башня эта. А вот она эта тетенька. Вот год постройки 1977. Это сколько прошло? 45 лет. 45 лет назад вот эту башню построили. Давайте дойдем. Я думаю, в скором времени все здесь изменится, конечно же. Да. Вот она. Плотина водохранилища. Во фронтовом петухи кричат, вон слышно. И коровки. Пастух, рыбаки. Походу здесь тоже есть. Да. Вот такое оно. Вот сейчас мы с вами в чаше водохранилища. Вот видите, когда заполнено, и вот оно перекачивает. Слышно, как птички кричат. Конечно, я впечатлен масштабами, дорогие друзья. Масштаб нереальный. Недавно только написали. Свежевыкрашено. Ловить рыбу и купаться запрещено. А вот нормальный уровень, видите? Отметка 36,80. Уже нарисовали. Ну, до него еще как до китайской Пасхи. Вот это да. Конечно, впечатляет. Впечатляет. Ну, теперь давайте взлетим и посмотрим. Кстати, краской свежей пахнет. Видно, вот ворота выкрасили только. Ну а теперь поднимем коптер и посмотрим масштабы фронтового водохранилища с высоты птичьего полета. Ну а пока мы будем рассматривать вот такие здесь композиции и набирать высоту, хочу напомнить всем, дорогие друзья, обязательно подписаться на Яндекс.Дзен, обязательно, у нас уже 8000 там,
и на Рутуб. Также Ютуб. Блокировка Ютуба все еще нависает над блогерами. Ну и чтобы не потеряться, обязательно надо на другие платформы подписываться. Я вот прошу вас в первую очередь на Яндекс.Дзен. Ну а мы тем временем, как вы уже видите, набрали высоту. И здесь вот такая надпись: «Слава героям 1941-1945 года». Кстати, на момент съемок 11 апреля, я это снимал вчера, в этот день, в 1944 году, был освобожден город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков. Вечером был салют, и вот в начале ролика я его поставил. Всех поздравляю с этим знаменательным событием. Кстати, вот обелиск славы на горе Митридат был поставлен, война еще шла, самым первым во время продолжение войны. Так что вот такая здесь история у нас, дорогие друзья. Ну а мы с вами подлетели вот к каналу, по которому наполняется фронтовое водохранилище. Вот обратите внимание, башня, по которой мы только что с вами ходили, плотина. Ну и видите, сколько еще нужно наполнять. В предыдущих роликах я вам показывал, что наполняется Керченское водохранилище. Ну и вот фронтовое 30 миллионов кубов. Кстати, вот они работают в связке. Фронтовое водохранилище, Зеленоярское водохранилище и Керченское водохранилище. Все они питаются от Северо-Крымского канала. Это единственный источник наполнения фронтового водохранилища в частности. Кстати, вот фронтовое водохранилище наполняется из Северо-Крымского канала при помощи насосной станции «Фронтовое». Ну и обратно из водохранилища можно воду опять закачивать в Северо-Крымский канал самотеком, а также вот при помощи этой насосной станции, которую капитально отремонтировали в 2014 году. До этого 20 лет она вот бездействовала. Ну и вот мы сейчас подняли повыше коптер, и смотрите, какая огромная чаша водохранилища. 6,5 квадратных километров площадь, если вот в проект залить воду сюда. Ну и будем, конечно же, следить по мере возможности, как будет происходить процесс заполнения. Тем более, что вот анонсировано было, и потихонечку уже это идет, заполняется фронтовое водохранилище водами. Ну, планировалось днепровскими водами заполнять. Сейчас вот довольно-таки много воды идет из реки Биюк-Карасу. Артезианские водозаборы, как вы знаете из моих видео, уже остановили. И вот днепровская вода и вода из реки Биюк-Карасу уже начинает потихонечку наполнять фронтовое водохранилище. Ну и вот видим мы Северо-Крымский канал, видим мы, как вот балка, и там по дюкеру вода подается. Ну, туда мы еще сейчас с вами доберемся и посмотрим. Так что, дорогие друзья, многие мне писали фронтовое водохранилище. Кстати, во время Великой Отечественной войны здесь шли очень сильные бои, поэтому и село названо было, переименовано во фронтовое, и в честь географического расположения и, собственно, водохранилище так и назвали — водохранилище фронтовое. Ну а мы двигаемся с вами дальше. Вот в районе села Фронтового Северо-Крымский канал протекает. Вот здесь интересно сделано. Вот видите, одно сооружение, и вон на второе. Здесь балка очень низкая и самотеком, но никак. Поэтому пустили трубы, и насос качает воду. Вот там он, на той стороне. А здесь приходит по трубам вода, вот по этим двум трубам огромным, видите. И здесь уже она выходит, и дальше опять с самотеком по Северо-Крымскому каналу вода идет. Вот хорошо мы здесь это с вами видим. Вот такой уровень воды, кстати, много в канале уже. Как вы знаете, наполняют Керченское водохранилище.
идет Зельноярская. Я вот показывал вам там здорово приход большой. Вот, посмотрите, стела. Мы здесь были уже с вами неоднократно. Я вам покажу. Давайте еще посмотрим. Такие вот легендарные события. В год 50-летия образования СССР сбылась вековая мечта трудящихся Керченского полуострова. Воды Днепра пришли на земли Ленинского района 27 апреля 1972 года. Вот такая памятная табличка здесь висит. Я всегда вот, когда снимаю вот под такие места, я представляю вот сразу, как шли работы. Блин, так вот в эти времена бы попасть на минутку, посмотреть, как люди работали. А вот уровни нормальный, ФГВ, РГВ рабочий. Отметки, видите? Ну и, собственно говоря, вот так вот водичка подается по этому устройству. Вот это, вон насосная станция, вон там. Сейчас я туда не пойду, но долетим. Все побелено, покрашено, в порядке содержит. Тут балка, видите? Почему, собственно, и сделаны дюкеры, вот эти трубы. Низина, сильная низина, и тут акведук строить, но не вариант. Как мы вот видели с вами, акведук. Решили вот двумя трубами. Ну, давайте теперь посмотрим сверху, чтобы было более понятно. Ну, а теперь для наглядности опять виды с коптера. Вот мы увидели с вами, в принципе, я вам все показал, рассказал. Расстояние вот от этого перегораживающего устройства до насосной станции приблизительно 615-620 метров. Это вот мне коптер показал это расстояние. Ну и видим, как вода здесь бурным потоком заходит. Две трубы. Ну, вот если отсюда смотреть, с одной пока трубы идет подача воды. Ну, что там говорить, конечно, еще не в полную силу работает Северо-Крымский канал. Да, и не может он работать пока в полную силу. Столько работы еще нужно сделать, столько насосных станций, все это отремонтировать. Оборудование на 99% еще советского производства. Вот 8 лет некоторые вообще не работало. Ну, какие-то, конечно, включали там. Но опять же, это не то. Ну и вот смотрите, посередине вот этой балки, а здесь вот именно балка, поэтому сделана дюкером подача воды от одной части Северо-Крымского канала в другую. И вот сейчас мы поворачиваемся, лоток. Это вот лоток именно идет с фронтового водохранилища. Вот видите, пошел вверх насосная станция фронтовая, видно, и вот вдалеке видно чаша водохранилище. Кстати, вот когда едешь по Тавриде, с определенного места очень даже неплохо видно это водохранилище. Ну, а мы вот подлетаем с вами именно к насосной станции. Вот видите, трубы, запорные устройства, задвижки. И вот они открываются, закрываются, и можно регулировать подачу воды. Ну и, собственно говоря, это даже не насосная станция, а вот именно такое перегораживающее устройство, где канал уходит в трубы. И вот оттуда мы прилетели, видите, сами видите, какое здесь место. Вот такая балка здесь глубокая. Никаким образом здесь, собственно говоря, канал в классическом его понимании не построишь. Вот поэтому и было сделано в трубах. И тем более еще вот насосная станция, видим мы белая, к этим трубам идет отвод от насосной станции, и вода закачивается во фронтовое водохранилище. Вот здесь хорошо это видно. Также, как я уже сказал, в обратку можно или самотеком, или этой же насосной станции в реверсном режиме закачивать из водохранилища в Северо-Крымский канал. Оно такое вот водохранилище накопительное, и когда нужна была бы вода, ну, там засуха, вот из него возвращают воду в Северо-Крымский канал. Ну, собственно, все вам рассказал. Еще раз напомню вам подписаться на Яндекс.Дзен. И хочу всех поблагодарить, кто помогает мне в поездках по Крымскому полуострову для снятия роликов. Без вас бы многих бы поездок не получилось, дорогие друзья. Огромное вам спасибо. Ну, естественно,
Пока YouTube работает, подписывайтесь на него. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.